Директор Центра исламской цивилизации Узбекистана Абдул-Азиз Мансур заявил, что празднование мусульманами Нового года 1 января не противоречит шариату. Об этом он сообщил в интервью государственному информагентству УЗА-УЗ. Кейінгі пейтлерді, іштимай тармақларды, шынды бір тәшвиқатлар болыяптыки, бұ, яңгі ел, милади сәне, бұ, мусульманларге хас емес. Мусульманларнеке емес. Далее муфтий Узбекистана подчеркнул, что празднование Нового года вполне допустимо с точки зрения ислама, а взаимные новогодние поздравления не противоречат шариату. Милади сәнені бүтін дүния халқыге, шыларны қатарыда мусульман мумулерге хам хайрли кілсін. Корреспондент Хабархо обратился за комментарием к известному узбекскому блогеру Махмуду Абдульмумину, который прокомментировал ситуацию следующим образом. Шейх Абдул-Азиз Мансур ранее не только говорил о дозволенности празднования Нового года, но также открыто порицал тех, кто высказывал мнение о запретности празднования Нового года. После того, как люди в социальных сетях начали критиковать шейха за его высказывание, под давлением общественного мнения ему пришлось поменять позицию. Он заявил, что его якобы неверно поняли, и вообще его высказывания были подвергнуты монтажу. Несмотря на это, он все-таки остался при мнении о том, что это не религиозный праздник, а всего лишь обычай. Теперь, что касается основы, то ислам – это религия, которая имеет определенное мировоззрение и определенные праздники, вытекающие из него. По этой причине мусульманам не разрешается отмечать праздники, которые вытекают из чуждых мировоззрений. Ислам байрам қылып көрсетмеген күнлер суни байрам қылынмайды. Енді исламге зит болған этиқот ва дүния қараштан кеп чығыятқан һәр қандай байрамды ислам харам қылады ва оларға ергешлейді. Все праздники, которые вытекают из чуждых ислама убеждений, являются запретными, и тот, кто следует за ними, в судный день будет воскрешен вместе с теми, за кем следовал. То, что меня радует сегодня, то в последнее время все больше становится очевидным истинное лицо тех людей, которые пытаются смешать ислам с чуждыми мировоззрениями. Мусульмане все больше пробуждаются, то есть теперь они не следуют слепо различным лидерам, а наоборот, критикуют ошибочные взгляды чиновников, различных имамов и шейхов. Все это говорит о том, что сегодня общество развивается в правильном русле. Сон, сон.